DC-ножницы. Также были приобретены в сплаве. Конструкция довольно-таки проста, из детства. Единственное, что там были меньше режущие. Сама режущая часть была поменьше. Здесь как бы побольше реализовано. Сделаны качественно. И в отличие от совковых ножниц, там были пластиковые дужки. Здесь металл. Прессованная, скорее всего, из порошка какая-то текстура. Но, тем не менее, совковые ножницы и рядом не лежали. Здесь сделана компания Трек, делает Трак. Вот для компании Сплав. Вот можно заказать в Китае точно такую же, но дешевле ножницы. В Сплаве они стоят в районе 180 рублей. На китайском сайте до 100 рублей можно свободно найти. Есть топ складных ножниц у меня видео. Ссылка будет в описании. На заказ ножниц тоже.